Со словами благодарности ко всем телезрителям в нашу редакцию позвонила мама Леры Швачевой из Алтайского района. Месяц назад мы рассказывали о том, что годовалой девочке требуется дорогостоящее лечение. Малышка родилась с серьезной патологией позвоночника, у нее врожденный сколиоз. Помимо искривления, у Леры с одной стороны отсутствуют ребра, нет почки и легкого. Девочка пока не может самостоятельно сидеть и ходить. Помочь ребенку готовы новосибирские хирурги, операция на позвоночнике и установка специальной металлоконструкции стоит 1 700 000 рублей. У семьи таких денег не было. Помочь собрать сумму взялся Росфонд и наша телерадиокомпания. И уже через несколько дней после размещения статьи о Лере на сайте благотворительной организации и выхода сюжета в программе «Вести Хакасия» было собрано 2 миллиона рублей. Это на 300 тысяч больше, чем требовалось на лечение. Оставшиеся средства пойдут на спасение других больных детей. Сама Лера Швачева и ее мама в начале ноября отправятся в Новосибирск, где их ждут в клинике НИИТО на плановую операцию. Родители девочки благодарят всех, кто не остался равнодушными к их судьбе и к судьбе их дочери и помог собрать деньги на лечение. Мы обязательно расскажем о том, как будет проходить выздоровление маленькой Леры.